Здравствуйте. В каждой стране по-своему собираются отметить наступающий 2000-й. Ну, например, в Нью-Йорке собираются устроить грандиозное 24-часовое шоу с участием самой совершенной светотехники. А вот 31 декабря в Австралии будет устроен самый длительный в истории пиротехники фейерверк. А король государства Тонга приглашает всех туристов отмечать Новый год именно в государстве Тонга, поскольку он утверждает, он даже клянется, что именно государство Тонга первое в мире встретит наступающее тысячелетие. Ну а у нас, украинских женщин, свои заботы. Чем мы будем кормить своих гостей? Как накрыть стол красиво, вкусно и не сильно отягощая семейный бюджет? Сегодня мы вам предлагаем рецепт очень красивого, оригинального и недорогого блюда. Итак, готовим котлеты «Урожай». Для приготовления котлеты «Урожай» необходимы следующие продукты. Масло олейное, мука, зелень, соль, перец, капуста, морковь, лук репчатый, рис, маргарин, яйцо и кляр. Технология приготовления котлеты урожая заключается в следующем. Каждая хозяйка готовит голубцы. И в принципе принцип аналогичный. Берем капусту белокочанную, удаляем кочерышку, затем берем капусту и варим подсолью на кипящей воде 5-7 минут. Пока капуста варится, мы сейчас приготовим фарш. Для приготовления фарша необходимо рис, предварительно отваренный, тоже подсоленный в воде. Рис. Затем берем яйцо отварное, предварительно отваренное яйцо, натираем на терочке. Затем берем морковь, овощи, берем морковь и берем лук репчатый, нарезаем. Нарезаем лук кубиками. Затем берем морковь, трем на терочке. Берем маргарин. Итак, для приготовления котлеты урожай фарш готов. То есть рис отварной, яйцо отварное, пассированные овощи. Мы все это тщательно соединяем. Посолили. Поперчили и все доводим до готовности. Каждая хозяйка все это доводит по своему вкусу. То ли это перца побольше, то ли поменьше. В общем, все на свой вкус. Фарш приготовлен у нас. Для приготовления этого блюда необходимо также тесто кляр. Тесто кляр приготавливается так. Значит, берем яйцо, отделяем желток, от белка. Так. Желток добавляем, растираем его, добавляем сахар, добавляем муку. Добавляем соль, растительное масло, молоко, и все это тщательно вымешиваем.
взгляд, это тесто должно быть не густое, оно жидкое. Тем временем капуста охладилась. Мы отделили каждый листик от капустины. И сейчас мы берем листик, должны придать им такую форму, листочкообразную форму листика. Так? Вот такой листик должен у нас получиться. Так? Утолщенные листики, утолщенную часть мы обязательно должны отбить. Итак, листик, вот такой он должен быть, листочкообразный. Затем берем фарш приготовленный. На середину листа кладем фарш. Так. На середину кладем фарш, заворачиваем, придавая овальную форму. Вот такая формочка должна быть. Затем эту котлету мы панируем в муке. Панируем в муке и на 5-6 минут ставим в холодильник. Полуфабрикат у нас готов. Сейчас мы должны полуфабрикат обмакивать в кляр, обмакнуть в кляр, так, и жарим во фритюре. Жарим во фритюре 3 минуты. Котлета урожай готова. Я вам желаю приятного аппетита. Итак, у нас получилось очень оригинальное блюдо. Очень вкусные котлеты с прекрасной начинкой, хрустящей курочкой. Их можно употреблять и со сметаной, и с острым соусом. Ну что ж, блюдо выглядит, по-моему, великолепно. Это именно как раз тот случай, когда даже вегетарианская пища может стать украшением, изюминкой вашего торжества. С Новым годом!